Выпускники 11 классов сегодня сдали первые ЕГЭ, причем сразу по двум предметам. Испытания проходят на базе пункта проведения единого государственного экзамена, организованного в школе номер 5. Уровень освоения школьной программы продемонстрировали 33 выпускника. Полина Валей занимается в образцово-самодеятельном коллективе «Травушка». Девушка мечтает стать вокалисткой. Именно поэтому для поступления, помимо обязательных предметов, Полине предстоит сдать экзамен по литературе. К литературе я готовилась немного сравнительно, потому что больше готовилась именно к вокальной части. И вот недавно начала готовиться к литературе. На самом деле это такая лотерея, экзамены в 11 классе, смотря что попадет. Если попадет легкая тема, которую я знаю, то, конечно, есть большая вероятность сдать хорошо. Если попадет что-то, что я не успела изучить, соответственно, баллы будут низкие. Минимальный балл на ЕГЭ по литературе 32. Экзаменуемым необходимо выполнить 16 заданий и написать полноформатное развернутое сочинение в заданной теме. На порядок больше заданий по географии – 34, а минимальный балл – 37. В качестве дополнительного экзамен по географии в Ненецком округе выбрали 11 выпускников. Среди них Дмитрий Кожевников. Молодой человек мечтает о карьере летчика или спасателя. Географию взял как дополнительный предмет. Если по здоровью не пройду. МЧС летное, там серьезно здоровье надо. На экзаменах из разрешенного паспорт, ручка, линейка, транспортир и непрограммируемый калькулятор. При входе тотальный осмотр, а в кабинетах камеры видеонаблюдения. Пакеты с заданиями привозят строго в день написания. Основная волна у нас 27 мая по 13 июня. И затем уже основные резервные дни, в которых принимают участие обучающиеся, у которых совпали предметы, либо выпускники прошлых лет. Больше всего участников у нас традиционно это обществознание, история, физика и биология. Обществознание больше 50%, то есть каждый второй обучающийся у нас выбрал обществознание. Историю, физику и биологию каждый пятый ученик. Всего в Ненецком округе первые экзамены сдали 33 выпускника. Результаты они узнают 11 июня. Наталья Кислякова, Вадим Стасюк, телеканал «Север».